Делюсь оригинальным рецептом драников из репы. Картофельные драники всем уже хорошо знакомы, а это более интересный вариант. Драники получаются мягкими и нежными, а снаружи золотая хрустящая корочка. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить драники из репы. Если вкус репы для вас непривычен, можно сделать тесто наполовину с тертым картофелем. Острую или горькую репку можно предварительно замочить в холодной воде. Репа 250 грамм. Мука пшеничная, 4-5 столовые ложек. Лук репчатый, 1 штука. Соль, 1/2 чайных ложки. Перец молотый, 1/4 чайных ложки. Укроп, 20 грамм. Количество порций, 1-2. Подготовьте все ингредиенты. Репу и репчатый лук очистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Укроп мелко порубите. Добавьте перец и соль, перемешайте. Затем добавьте муку и снова перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Выложите тесто в форме кружочков. Жарьте драники до золотистого цвета с двух сторон. Драники из репы готовы, приятного аппетита!